В этом видео я расскажу вам, как можно открыть демо-счет в Admiral Markets. Для начала вам нужно перейти в ваш кабинет трейдера. Воспользуйтесь данной кнопкой. Введите ваши данные, такие как почта и пароль, который вы указывали при регистрации. Если у вас еще нет регистрации кабинета трейдера, то воспользуйтесь формой слева. Сейчас вы находитесь в кабинете трейдера. Далее необходимо нажать на кнопку «Открыть демо-счет». Выбрать параметры данного счета, такие как тип, валюта и сумма депозита. Если вы только начинаете свое знакомство с финансовыми рынками, то вы можете выбрать первый тип Admiral Markets. Валюту, к примеру, доллары и депозит. Депозит рекомендуется устанавливать тот, с которым вы планируете работать в дальнейшем и на реальном счету, и выбрать кредитное плечо. Далее ставим галочку и нажимаем «Открыть демо-счет». Перед вами ваши данные для доступа, такие как сервер, номер счета и пароль трейдера. Также эти данные были продублированы вам на адрес электронной почты, и уже там находится письмо, в котором также все ваши параметры от счета сохранены. А теперь давайте посмотрим, как вы можете подключиться к вашему демо-счету в платформе MetaTrader 4. В письме также есть ссылка для скачивания данной платформы. Нажимаем на нее, и у нас сохраняется платформа. Мы ее запускаем, разрешаем установку, соглашаемся с параметрами. После того, как установка завершена, нажимаем «Готово». У нас запустилась платформа. Теперь давайте проведем подключение к демо-счету. Для этого нам необходимо нажать «Файл», «Подключиться к торговому счету» и указать параметры отсчета – логин, пароль и сервер. Их мы можем взять в том письме, которое вам пришло на почту. Берем номер счета, копируем. При копировании проверяйте, чтобы у вас не попадали пробелы ни до, ни после, так как система может посчитать их за отдельный символ, и в этом случае подключение не пройдет. И выбираем сервер. В данном случае нам нужен сервер Demo 2. Ставим галочку «Хранить личную информацию», если вы хотите, чтобы при каждом запуске MetaTrader система автоматически подключалась к вашему демо-счету. И нажимаем «Логин». Сразу же мы видим, что в правом нижнем углу у нас побежали цифры, значит соединение прошло. Также мы видим, что котировки обновляются. Теперь мы можем совершить первую сделку. Нажимаем на новый ордер, выбираем объем и нажимаем, к примеру, купить. Теперь ваша сделка на покупку пары евро-доллар активна. Справа вы видите текущий результат по ней. Для того, чтобы закрыть сделку, вы можете нажать в углу этой сделки на крестик. Я напоминаю, что если у вас остались вопросы, которые не удалось решить с помощью этого видео, вы всегда можете обратиться к нам, воспользовавшись формой обратной связи, звонком онлайн через сайт или онлайн-чатом, или также обратиться к вашему персональному менеджеру.